Путин собирается собрать бизнес на очередную сходку, чтобы обсудить с ними, что делать дальше. И вот теперь самое интересное, учитывая санкции против группы Фридмана, против Авена, против других российских бизнесменов, интересно, а кто же дерзнет прийти на эту встречу, кто дерзнет быть опять сфотографированным с протянутой Путину рукой? Вот это самое интересное. Российский бизнес понимает, что в будущем любая такая фотография может быть для них серьезным компроматом.